Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Садурский сад. С вами Алена. Сад – это уникальное явление, место приложения сил и отдохновения души. Можно, конечно, по-разному относиться к участку земли. Я предпочитаю, чтобы сад был раем. Вот и в моем маленьком раю начинается цветение. Но я говорю не о пеларгонии, хотя и она вполне себе радует. Я говорю о княжике. Вот он такой, сквозь солнечные лучи пробивается. Замечательный куст, перезимовал на опоре. И сейчас начало июня. Совершенно чудесное, милое, не очень яркие колокольчики, махровые колокольчики. Княжик сорта Pink Swing. Но каковы солнечные лучи, пробивающиеся сквозь листву? Это просто невероятная прелесть. Как скучалось хмурые зимние дни, да и весенние непонятные дни по этим солнечным теплым лучам. Княжик. Прелесть. Развивается хоста трехцветная. Весь июнь она будет такая красивая и очень большая. А потом в июле она начинает зеленеть и становится просто светло-зеленой. Милый водосбор, аквилегия сортовая. Продолжают радовать незабудки. Я очень люблю эти цветы. Пусть растут и радуют. Дихондра. Начал расти мой незадачливый рододендрон. Я не знаю, когда он порадует цветением, но во всяком случае подкормки калимагнезии с суперфосфатом были проведены. И надеюсь на развитие в этом году. Рододендрон любит полив, кислую почву. Все это у него есть. Надеюсь, в следующем сезоне обрадует. Ампельная фуксия. Огромный бузульник. Подофилум дальневосточный. Подофилум дальневосточный. Вот такие у него чудесные белые цветы, которые он стыдливо скрывает. Но стыдиться ему нечего. Замечательное растение для тени. У меня здесь тень не влажная, достаточно сухая тень. И вот так он замечательно растет. Набирает силу колокольчик. Здесь еще один водосбор. Аквилегия.
и начинает цвести петуния. Очень ароматная. Ну, невероятно ароматная. Невероятно ароматное растение. Вот стою около него, и душа радуется. А что будет, когда плети на метр разрастутся? Это как раз петуния из тех серий, где много массы. Поилочка с птичками. В основном из нее пьют котики. Ну и король этих дней – это лук. Очень популярное растение среди пчел, как можно заметить. А вот здесь такой интересный, в этом месте очень много ветра и сильный ветер. И вот этот вот лук, кажется, это лук Суворова. Он вообще очень высокий и крепкий, но под влиянием ветров принял горизонтальное положение. Провела отдельное опрыскивание, обработку растений, подверженных ржавчине и прочим неприятным болезням. Это мальвы, ивы, даже лилии захватила. Обработку провела фальконом отдельно, не делала баковых смесей. Вообще была основная обработка – это розы. Ну, повторюсь, захватила мальвы, ивы. На всякий случай. Пеларгония ярко-розового оттенка. Фуксия неизвестного мне сорта. Но она мне очень нравится. Начинает цвести. А также начинает цвести петуния. И ампельная лобелия. Здесь вот такой синий уголок. Продолжаю любоваться и не устаю это делать своей коллекцией каменных роз. Они же молодила. Ну, посмотрите, до чего невероятное растение, какие переливы цвета. Ну, изумительное, изумительное растение. Таблички – это подписанные сорта. Я уже показывала, что приобрела целую коллекцию молодил. Вот, например, трубчатая молодила, сорт «Одити». Ну и верну камеру на мою самую любимую каменную розу. Шик-блеск, на мой взгляд. Не все я успела привести в порядок, я имею в виду розарии. В частности, вот центральный цветник с розами требует прополки. А вот обработку я провела. Так получилось, что мне было удобно в этот раз разделить на 3 дня обработки. Сейчас расскажу, как я это проделала. Первую обработку провела монофосфат калия 10 грамм на 10 литров воды, брексил 10 грамм на 10 литров воды, мегафол 10 грамм на 10 литров воды. Это была подкормка. Вот я ее проделала. На следующий день отдельно опрыснула фальконом
как я уже упоминала, потому что надо было захватить ивы, мальвы и так далее. Профилактика от ржавчины. Подкармливать я ивы, мальвы и прочие растения я не захотела, посчитала это лишним, поэтому фалькон выделила в отдельную процедуру. И сегодня обработала спинтером. В прошлом году было много трипсов. Мне это дело очень не понравилось. И я решила заранее, ввиду того, что уже образовываются бутоны, обработать спинтером. Вот так. И неожиданно увидела сегодня вот этот вот маленький бутончик. Что меня очень порадовало, это роза Нёрс Трейси Дэвис. Желтая флорибунда, дружно и активно цветущая, имеющая округлый кустик. Раннее цветение у этой розы. Ну вот, бутончик показал, что хочет цвести. На этом свой короткий обзор, дорогие друзья, я заканчиваю. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Добра, здоровья и мира всем. Заглядывайте.